Приветик, не спящие, все остальные любители клонов одной замечательной игры. Давай-ка для начала заткнем эту игру и выключим нахрен обучение. Кинотеатр сейчас, конечно же. Символ валюты напечатан в конце. Похер. Валюта всегда самая большая. Ну или доллар. Лучше, наверное, евро. Пофиг. Масштаб пофиг. В общем, добро пожаловать в игру, написанную на Яваскрипте. По крайней мере, частично. И пока ведет она себя очень даже хорошо. Пофиг. И, как вы могли заметить, это очередной клон чего? Правильно. Сейчас я вспомню, как эта игра называлась. Как же ее... Транспортный тайкун. Ну, в общем, да. Карта Земли. Большая, маленькая, средняя. Давай нормальную. Или маленькую. Давай нормальную. Ну, вернее, среднюю. Вода. Вода. Больше воды. Меньше воды. Пусть будет меньше воды. Гор. Недостаточно. Ладно, пофиг, сойдет. Да, моя компания. Ой, можно нарисовать, правда. Вы разрешаете мне рисовать? Ну как же можно обойтись без этих великолепных рисунков? Да. Как? Как? Скажите мне, как можно обойтись? Я не скажу вам, что это. Это просто... Это лужа, из которой торчит нога. Все, успокойтесь. Я Гендир. Клево. Учебник, отвянь. Отвали. Почему так громко? Хватит. Так лучше. А где настройки видео? Чисто интереса ради, потому что этот графоний, он уже убивает всех. И мне не нравится сайд-скроллинг. Он дурацкий. Так. Что происходит? Твою мать. Грёбаный сайд-скроллинг. Ну как же это похоже на ту самую игру, только здесь еще и луна есть. Всего-то 1900 евро. Ну, ладно, 1 900 000. Но тем не менее, денег недостаточно. Плохо, что не сделали возможность убирать вот это вот дурацкое окно, нажать его на ту же самую кнопку. Это же элементарно, почему? Сделать-то можно ж было. Ой, и даже здания скрываются как там. Игра... Они полностью практически скопировали транспортный тайкун. Даже здесь такая же хрень. Капец. Они продают это за 200 рублей в Стиме. За 200 рублей в Стиме, ребята! Какого хрена? Начать новое исследование. Так. Да мне пока ничего не надо, но лучше, наверное, начать, чем не начинать. Космоспособный? Ладно, допустим. Ну, поезда. ИСЕП-66. Великолепно. Ладно, пофиг. Пока не надо. Бабло. Угу. Ага. Можно брать в долг. Угу. Хорошо. Мы в долг не брали, пока у нас все хорошо с этим. Линии. Какие еще нахрен. Ладно. Грузовики, хорошо. Ладно. Ракеты. Великолепно. Знаете, как будто кто-то захотел клонировать тайкун такой. О, давайте добавим туда ракеты. Ха-ха. Как же это будет здорово-то, да? Но нет, это не круто. Улицы, ну, как обычно, автостанции, хреностанции, город. Смотри, один в один просто. Как транспортный тайкун. Только транспортный тайкун, в отличие от этого говна, не лагал. Так, ладно, пассажиры, товары, контейнеры. Хорошо. Где другой город? О, святая лапша, как же оно лагодромит. О, я вижу тебя. Пассажиры. Ну, план намечен.
Пока что дороги. Дороги — наше все. Воу. А, то есть они даже не додумались сделать изгиб, да? Повороты. Ладно, хрен с вами. Мы проложим дорогу здесь. Так. Святая лапша. Ну как так можно было делать игры-то, а? Оптимизация спослана нахер. За что? За что вы позорите JavaScript? Он же прекрасен. А это что за... Ну хоть соединение сделали. Уже хорошо. Классика. Просто потому, что я могу. Автовокзал будет стоять где-нибудь здесь. Ты на Р-ку или на Е-шку? А он вообще не крутится. Он вообще не крутится. Шикарно. Ты по-моему, какой-то трындец, реально. Такие лаги страшные. Автостанция или автовокзал? На которой останавливаются автобусы, чтобы... А, это остановки. То есть они даже остановки на дорогах не сделали. Да. Ну, это, конечно, да. А как оно? А. Ясно, как оно работает. Хорошо. Допустим. Допустим. Дорожное депо. Ну, конечно, конечно. Депо точно такое же, как... Ну, почти точно такое же, как... в транспортном тайкуне. Ну, ладно. Вокзал будет стоять здесь. Погрузочная станция будет стоять где-нибудь... Где-нибудь... Домик придется, наверное, какой-нибудь снести. Обидятся ли городские власти? Или они это тоже не сделали? Видимо, не сделали. Ну и хорошо. Снесем какой-нибудь домик. Например, вот этот. Мне похер. Так, автостанция, да? Это автовокзал. Ага, да, автостанция. Так, а станция будет стоять здесь. Депошка у нас есть. Сейчас как он лагает. Так, что за грузовики? Гелия 3. Замечательно. Нефть, сталь. Грузовик товара. Сюда ведь не возятся еще товары, правильно? Этот городишко. Только пассажиры. Давайте пока возить только пассажиров. 150-300. Да вы че, прикалываетесь? Этот дешевле и работает дольше. Но ездит медленнее на каких-то 2 километра в час. Серьезно? Он электрический, поэтому такой дешевый. Ты на 32 человека, это на 30... Баланс шел нахер просто. Ну да, по цене одноразовой покупки он дороже, 21 тысяча. Это 11 тысяч. Но в потенциале мы расходуем на него 150 в неделю, а на это 300. По-моему, очевидно, что вот этот окупится быстрее. И баланс здесь просто послан в одно место. Зачем мне линия? Мне не надо линию отправить нас. Да тут даже такое же окно абсолютно. Ну, создать новый. Хорошо, ладно. Автовокзал. Ты грузишься в автовокзале. Так, хорошо. Потом ты едешь... Космическое агентство. Так, потом ты едешь сюда. Ну, хоть линии рисует, уже хорошо. Все. Как тебя запустить? Другое. Запускается он точно так же, да? Из этого же окошечка. Понятно. Давай, на супербыстром. Даже камера слежения абсолютно такая же. Только в транспортном тайкуне машинок не было. Ну, вот этого вот трафика бесполезного, который сжирает ресурсы. Так, он разгрузился и получил, по-моему, какую-то прибыль. А, как тебя? Подробности. Так, 32 пассажира, бла-бла-бла, другое. Угу. Прибыль 700. То есть за месяц мы его уже окупили. За две поездки туда-сюда. Да, баланс тут явно ушел куда-то гулять. Так, видите, это космическое агентство, да? Прогресс исследования космоса. Требует химикаты, сталь, производит оборудование для чего? Для колонизации. Ага.
Не, ну, честно сказать, это бы не то чтобы совсем плохо, что они скопировали транспортный тайкун. Ну да, это некрасиво и вообще не здорово. Но с другой стороны, если они делают игру лучше и как-то даже добавляют, вот расширяют, какие-то космические агентства добавляют, пусть это и выглядит странно и неуместно, но они хотя бы пытаются, игру не хоронят. Все-таки, между прочим, в транспортный тайкун, я не помню, какого он года, он древний, и в него играют до сих пор. Серверы этой игры существуют по сей день, и вы можете просто пойти скачать ее. Она абсолютно бесплатная. В Стиме есть, по-моему. Зайти просто скачать и поиграть с другими людьми. Правда, там игра соревновательная, но тем не менее. Человечество только что расширило свои постоянные поселения на Луне. Теперь есть новое поселение под названием Grand Rinzal. Rinzal. Теперь вы можете начать перевозить пассажиров между населенными пунктами и помочь человечеству расти. Что ж, я попробую. Посмотрим, как у них Луна себя ведет. Ну, судя по всему, лучше. Чуть-чуть, но не намного. Я прямо вижу, как прогружаются текстуры. Ну да ладно. Так, дайте подумать. В теории я могу проложить рельсы. Денег у нас достаточно. Денег у нас вполне себе достаточно. Но... но недостаточно, ладно. 1000 евро за какой-то участок рельсов. Вы прикалываетесь, что ли? Это даже не смешно, ну... может, реально дороги проложить лучше? Депо подождет. Железнодорожный вокзал. Ты же принимаешь только этих, да? Пассажиров. Пассажиры, товар, оборудование для колонизации. Угу. То есть не только пассажиров. А это что? Пищевые продукты, скот. Пищевые продукты, скот, а ты... не принимаешь пищевые продукты, скот. Ага. А куда же мне возить пищевые продукты, скот? В таком случае... А чего тут вообще есть? Где это окошечко дурацкое? Отрасли. Есть ферма и завод, и шахта с кельем. А завод что делает? Также перерабатывает все привезен скот и пищевые продукты. А производит он что? Товары. А товары где требуются? Где города? Я говорю, города. Так, что тебе надо? Товары. Мы наметили цепочку. Давайте пока жить на Луне. Пусть там ездит один жалкий автобус, делает нам копеечку. А мы пока здесь разбабахаем что-нибудь прикольное. Ё-мо, я бы поиграл. Вот, серьезно, я бы поиграл в тот тайкун, но в космосе. Вот это было бы классно. А этот тайкун мне не нравится. Вот если бы он не лагал, он бы мне нравился. Но он лагает. Что-то здесь надо было поставить, чтобы перевозить на поездах сразу пищепродукты и скот. Так, ты. Выпустить для пассажиров. Депо нам не нужно. Сигнал. Туннель. Размещение вручную. Какого хрена? Склад. О, нам уже склад доступен, что ли? Охренеть. Зал ожидания для пусковых площадок. Я смотрю, упор здесь все-таки на космос сделался больше. Ну, это классика. В том тайкуне тоже можно было строить и шахты, и фермы, и что хотите, но... во-первых, за большие деньги. И, во-вторых, не со старта. А украшений вообще нет. Не существует. Ладно. Ракеты, поезда, вагоны, бла-бла-бла. UBC Turbo X. Вагоны все исследованы. Зачем здесь вообще исследования существуют? Грузовики. Это, я так смотрю, на водороде, да? Автобус. Интересно. Ладно, это нам пока, наверное, все-таки не надо. То есть товары на поездах возить пока не дают, да?
Или все-таки вокзал используется для этого? Или что, или как? Я так смотрю, вокзал все-таки можно как-то крутить. Как ты крутишься, тварь? Не так, видимо, явно. Кнопочка эскейпа не работает. Ладно, хрен с ним. Где управление? Управление! Ну, сигналы. Да тут даже... Они даже гайды по сигналам скопировали из... А вот, айкуна древнего. Ну даже... Все то же самое практически. Ну, твою мать. Я говорил, надо было просто скопировать. И зарабатывать на этом 200 рублей за копию. 200 рублей. А где управление-то? Никто мне не скажет, где управление, да? Ну ладно. Будем искать сами. Депо. Может быть так? Нет. Может быть так? Нет. Ctrl там? Нет. Плюсики, минусики. Пробелики. QR там? Нет. То есть они на серьезных щах не добавили поворот? Я в это не верю. Да должно оно как-то поворачиваться. Только как? Может, табуляция там? Нет. Ни Shift, ни Ctrl. Ну, я понажимал практически все клавиши. Оно не крутится. Вообще никак. Может быть, конечно... Но это тоже не работает. Ладно, хрен с ним. Все равно это говно принимает только пассажиров. Поставляет? Ага, то есть это работает. Ну хорошо, поставим. Так, возить ты будешь... Что это? Шахта. Шахта производит гелий. Гелий нам не нужен пока что. Нам надо в завод куда-то это вот. Вот сюда вот. Так, здесь тоже нужна. Вернее, нужна станция. Давайте ее забабахаем как-нибудь вот так. Поставляет товары. Прекрасно. Рельсы. Давайте повороты. Ненавижу повороты. У рельсов. Подобного рода играх. Так. Будешь заезжать сюда, я сказал. Да, но это какой-то тихий ужас, если честно. Депошечка. Притык строится, строится. Ну и хорошо. Да, мы покупаем автомобиль. Именно его. Ты в космосе работаешь, электрический? Надеюсь, что ты работаешь в космосе, стоит он немалых денег. Да. Так, с герметичной чем? Кабиной. Пассажиры. Не надо мне пассажиров возить. Леса, контейнеров. Для автомобилей, прикольно. Танков? Химикаты, грузовой вагон. Ящики с товарами. Не. Полувагон для перевозки рулонной стали. Не надо нам это. Так, скотовозка. Одной пока хватит. Пищпродукты. Это говно перевозит? Да, это говно перевозит. Пищпродукты. Так, хорошо. Я думаю, этого пока достаточно. Не будем особо тратиться. Так. Ты... Ай! Ты едешь отсюда. Едешь сюда. Я надеюсь, не надо ему указывать, что подбирать там. А то в том тайку не надо было. Ну, вроде все. Так. Так. Видимо, что-то не так. Что?
Запустили новую транспортную линию. А, наши конкуренты. Срать. Ты. Ага, он возит то, что мне надо. Хорошо. Другой вопрос. Сколько ты нам заработал? Минус. О, 1800. 1700. Я не посмотрел, кстати, сколько он требует для своего содержания, но в целом все ок. Его можно даже расширить, раз уж такие дела происходят. Хотя и не обязательно. Ладно. Поезд возит, и хорошо. Мы производим здесь кучу товаров. А товары мы будем возить, наверное, в город. Сюда. Ты принимаешь товары? Принимай товары. Так, ты принимаешь товары. Это хорошо. Это хорошо. Надо подумать. Ты принимаешь товары? А, хотя подожди, а можно ли здесь делать такие advanced ответки, как в той великолепной игре? А, так, грузовики. О. А, вот как их можно крутить. Наконец-то. Пищевые продукты скот. В смысле, принимает ничего? А присоединить тебя можно к станции-то? В той игре можно было. В этой, видимо, нет. Отстой. Ну, то есть, прикол в чем? В той игре можно было присоединить, допустим, вот эту станцию к вот этой станции железнодорожной. И они бы работали вместе. Я бы мог на грузовиках возить отсюда товары сразу в город. Но в этой игре так нельзя. Очень жаль. Придется строить еще одну депошку. Вернее, еще один вокзал. О, туда же можно настроить его длину. Замечательно. У четырех достаточно будет, одной платформы точно будет достаточно. Да, да, порядок. Где моя железная дорога? Дорога железная. Так, как мы тебя проложим? Вот это, конечно, нехорошо. Придется рельсы здесь переделать. Ну, ничего страшного. Переделывать рельсы — это нормально. Совершенно обычное дело. А удаляешься ты как? Видимо, все-таки бульдозером. Так, тихо-тихо. Переделка рельсов тут отвратительная. Вообще кошмарная. Рельсы. Что ты делаешь? Ладно, вручную. Где этот уголок маленький? Так, и вот так. А, нет. Или да. Да. Так. И, наверное, так. По идее, должно работать. Наверное. Так, теперь эти рельсы. Такс. Осталось их как-то соединить. Ну, конечно же, мешает странная гора. А дадут ли нам ее раскопать? Кратер! Не надо мне кратер. Бум. Бум. 5000! 6. Чё так дорого-то? Ну иди твою мать-то, а? Ай, ладно. Ну, да, будет говно, конечно, ну ладно. Я думаю, мало кто из-за этого пострадает. Держите вам депо. Закупаем вам турбо за 90 кусков. И вагоны для товаров. Мне вагоны нужны. Грузовой вагон, товары. Отлично, одного будет достаточно. Пока что. К сожалению, им нельзя сказать, как в той замечательной игре, чтобы они
сначала ждали, пока погрузится полностью, а потом только ехали. Так что, да. Придется так жить. Ну, поехали. Какой маленький вагончик. Такой странный маленький поезд. Оп, денежки. Ну, чего вам еще от меня надо? А что не ездит? Сломались рельсы, да? Субсидии. Гелий 3 с Луны на Землю? Да. Не хочу возить гелий. Ну и чего вам не нравится здесь? Смотрите, какие прекрасные рельсы. Ну ладно, ладно. Давайте. Ваши дурацкие рельсы я починю. Все? Может быть так? Все, рельсы починены. Все, работай. Гребаный поезд. Че он стоит? Какого хрена ты встал? Да в смысле не удается найти... Ты что? Развернись. Ну, поехал. Да как... Что? И что здесь не так? Вот это вот, что ли, переплетено? Дурацкие рельсы. Дурацкая игра. Так. Ларельсы. Чпоньк. Всё. Теперь ты найдешь свой дурацкий путь. Или нет? О, нашел путь, наконец-то. Аллилуйя, свершилось чудо, только почему-то он ездит не туда. Хорошо, я понял тебя, игра. Хорошо, ладно, уговорила. Мы переделаем эти сраные рельсы. Мы переделаем эти сраные рельсы так, как ты хочешь. Почему я должен выполнять прихоти игры, а не наоборот? Я тут вроде как игрок. Да какого хрена ты тут? Ладно. Вот поэтому, вот между прочим, той игре, той классной игре, это говно было решено давно. И между прочим, там был тоже автоматический режим строительства рельс, но он был нормальным, в отличие от вот этого. Все, ждем. Так, ага. Это что сейчас было? Я вот об этом вот, да. Где тут прозрачность зданий? Что он делает? Какого хрена? Это что, шутка такая? Пожаю. Ладно. Ну, по идее, вот это правильное расположение. Так ведь? Так. Вот эта штука. Значит, хочешь по-плохому, да? Ладно. Это мы тогда пока снесем. Так, 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 и вот так. Это все идет нахрен. Ладно, это все идет нахрен. Да какой вокзал? Мне нужны рельсы. Так, так, и вот так.
Теперь ты. Так, 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 и вот так. Все должно работать идеально. Приехал. Хорошо. Где пассажирский? Вернее, где грузовой? А грузовой заблудился, да? Угу. То есть у них еще и вход-выход. А, это просто какая-то жопа. Зачем мне тогда вот эта линия, если она в принципе не используется? Зачем она существует? Почему она существует? Ну, это многое объясняет. Нет, эта желтая линия мне не нужна. Вот это вот, да, вот ты. Так, только не на первый путь, а на второй. Во! Вот, теперь оно будет работать. О! Вот так-то лучше. Ну и как себя чувствует городок? Десяточка. Не особо-то он и растет. Оборудование для колонизации, ну, извините, чего нет, того нет. Так, здесь пока все более-менее ок. Где-то здесь есть, да, вот город. И из него надо возить ла пассажирен. Вот сюда вот. Как мы это будем делать? Присоединить его прямо сразу сюда? Как вариант. Поставить там эти самые сигналы. А сигналы как тут работают? Просто сигнал железнодорожный. И односторонний есть, да? Понятно. Ладно. Тогда рельсы. Ну нет, я уже построил автоматик и очень весело. Невероятно. Ну, будет, значит, поворот здесь. А может быть и не будет. А как мне? Это что вообще? Ага. Если сейчас поставлю сюда, вот эта клетка снесется. Бам. Специально для этого они придумали вот что. Зашибись. Великолепно. О, круговые. Прикольно. А можно попробовать? Только мне нужно, наверное, не это. Ну, это уж слишком резкий поворот. Не, ну это вообще, конечно, анекдот. Что это вообще? Что это херня? Ладно, давай на автоматике. Так, вот сделаем. Это вот снести бы, конечно, но я думаю, никто особо жаловаться не будет. Так. Теперь нам надо провести кучу рельс. Это очень-очень далеко. Невероятно даже выкопать тоннель через этот сраный кратер. Да. Судя по всему, придется. Вокзал, ну, будешь односторонним. Вернее, однопутевым. Ну хорошо, давай проложим тебе чуть дальше. Твои сраные рельсы. Так, как здесь работает железнодорожный тоннель? В смысле? Почему невозможно? Все возможно, что ты врешь мне? Ты только так работаешь. То есть вот так вот ты не работаешь. Замечательно. Прекрасно просто. Ладно, черт с тобой. 102 тысячи. Пожалуйста. Видимо, не так.
Может быть, так? Что ты делаешь-то? Ты... Кстати, раз уж выдалась такая возможность, почему бы не попробовать? Снести там вот это, допустим, и забабахать туда какие-нибудь круглые рельсы. Такие вот. Что-то я не уверен, что это проканает. Выглядит это очень уж странно. Знаете, ну его нахер. Где тут прямые рельсы? Все. Никаких вам страданий. Так. Дорога, честно говоря, говно. Но как бы другого нету. Пыньк. Этот трек мне уже надоел. Он меня уже достал. Вроде все. О, как же она лагает при вот этих разворотах-поворотах. Еще и сайт-скроллинг этот дурацкий. Ты будешь ждать здесь. Ай! Не то. Во. А это надо убрать. Можно это убрать как-то? Как тебя убрать? Кусок железнодорожного сигнала. Через Ctrl ты убираешься. Через Shift, через Alt. Хоткей это не для них. Ясненько. Понятненько. А, ну... Ну или так. Так, ты ждать не будешь. Будешь ждать здесь. На всякий пожарный. То есть, если здесь кто-то есть, здесь будет стоять поезд и ждать. Либо здесь будет стоять поезд и ждать. Да, вроде правильно. Вроде должно работать. Так, мне нужен еще один поезд, который будет возить... пассажиром с двумя вагончиками. Так, и ты у нас будешь ехать по новой ветке отсюда. Вот сюда. Все. Так, этот уехал. Можно этот запускать. Так, уехал. Угу. Ну, вроде работает. Город, правда, не растет ни хрена. Наверное, потому что ему еще нужны вернее, товары для колонизации. Что там еще? Пассажиры с Земли до Луны? Вы чё? Не, другой раз. Так, товары для колонизации. Товары для колонизации. Дайте-ка мне посмотреть на город. Что ты поставляешь нам? Он принимает тоже оборудование для колонизации. Но уж извините. Мне тогда нужен этот... Мне тогда нужен космопорт какой-нибудь. Сколько он стоит? 210 тысяч. Будешь стоять здесь. Тоже принимает оборудование для колонизации. Которое надо делать на Земле, да? Тогда смысла нет ставить пока что. Пусть поезда накатают нам денег немножко. И будем от этого отталкиваться. Но нам надо много накопить. Очень много. Кстати, мы можем с Луны возить гелий-3. Сигналы работают. Замечательно.
какие-то бесполезные, если честно, здесь графики. Вообще бессмысленные. Ну, график, ну и чего? Зачем мне это? Мне вот это вот... Вот этого было бы достаточно, вполне. О, смотрите, он растет! Классно. Уже 60. А можно его дорогами расширять, как в той замечательной игре? Ну-ка, дай-ка. Так, раз, два, три, четыре. Четыре, да? Тоже четверочка выходит. Тут тоже... Допустим, как-нибудь... Так. Ну, машинки там катаются. Зачем-то. Где показатели роста? Ау, что? Субсидии на транспортировку с Земли на Луну? А, нет, это из Борнвича в Хэммин. Субсидии на 6 месяцев. Не-не-не-не-не. Спасибо большое. Я пас. 66. Ну, расти он будет, видимо, долго. О, конкуренты проснулись. Транспортируют пассажиров между Землей и Луной. А куда? На Луне нету ничего. Тут нет космопорта. Куда они транспортируют и что? Кыш. Вот все отрасли, что здесь есть. Или это только мои? Ой, в общем, странно как. По крайней мере, на мини-карте ничего больше и нет особо. Что еще? Исследование космоса. Вы можете продвигать вперед исследование космоса. Вы можете помочь человечеству поселиться на других планетах, приводя старые химикаты. Да, пофиг. Наверное, надо поезда увеличить, кстати. Сделать их побольше. Так, сколько там влезает? 4, да? Ага. Ну-ка, заедь-ка внутрь. Ну, сюда еще один вагон поместится, да. Еще один вагон. А чего производится больше? Пять тонн и того, и другого. Ну, давайте пищепром таскать туда. В повышенных объемах. Давай в гараж. На склад. Так. Как тебя изменить? Наверное, надо просто докупить тебе вагон. Вот это. Да. Хорошо. Все, езжай. Так, теперь ты. Ты у нас возишь товары. Правильно? Правильно. Хранилище 5 ящиков. То есть смысла его расширять пока нет, все равно не успевает производиться больше. Хрен ты им прикажешь грузиться до отказа. Хотя, может, и прикажешь, кстати. Ну-ка, дайте попробовать. Допустим, ты. Нет, не прикажешь. Жаль. Хотя нет, подожди. Может быть, это делается... Вот так? Ты какая? Какая линия ты? Что еще? Новое поселение. О, это хорошо. А, какая ты линия-то? Будешь поездом, хе.
И чё? И где? Линия 3, окей. Так, линия 3. А, не, всё-таки прикажешь, да? Это хорошо. Завод. Подождать, пока заполнится. Так, теперь он должен приехать сюда и ждать, пока заполнится. Все. Так быстро заполнился. Вот теперь его можно расширять. Отправим его в гараж в следующий раз. Ферма увеличивает производство. Это хорошо. Вот эта ферма увеличивает производство. Давай-ка в гараж. Гаражист. Так, мне начинает все больше и больше нравиться эта игра. Это хорошо. Грузовой вагончик. И запускаем тебя обратно. Пока он нам дает такой не хреновый минус. Там где-то новое поселение, да? Нихера себе, вы, конечно, да. Вы, конечно, молодцы, твою мать. Зашибись, сделали. Оно вот здесь. Ну и не маленькое оно, кстати. Хотя у нас и это поселение уже 97. Все растет и растет. Шикарно. 700 тысяч. Ну, мы пока в плюсе. Склады. Хранилище, оборудование для колонизации. Мне это пока не нужно. Зал ожидания пассажиров. Но это для ракет. Хранилище 3, промежуточное хранилище для товаров. Ага. А, так вот как они это решили оформить. То есть, вместо того, чтобы соединять две станции, вы можете построить вот такой вот склад, который позволит вам перебрасывать ресурсы с одной линии на другую. Интересно. Но они очень полезны. Было веселее, когда можно было просто перебрасывать с линии на линию. Но поселение фермы улучшилось, ваш конкурент получает государственную субсидию. Херня. Правительство будет субсидировать транспортировку нефти. Срать. Земные дела не такие веселые, как лунные. Чего еще? Завод увеличил производство на 31%. Это какой? Swarm Wheel Station. Это где? Это ж... А, это наш завод. Маленький наш завод, который производит товары. Уже 107. Оно все продолжает расти. Замечательно. А что с пассажирами? Ну, то есть даже не написано. Ага, ладно. На прошлой неделе минус 3000. Этот поезд возит нам убытки. Сот 4. Ну, он пытается выйти в плюс, но у него не очень хорошо это выходит. 700. Хоп. Обновилось. Ну, вроде пока стабилизировалось. Более-менее. О, новые панели солнечные построили. 400. Он прям балансирует на грани. Еще эти сигналы там стоят нефтемные. Он из-за них тоже деньги теряет. 700. Ну, он мало возит товаров. Очень мало. А что, если забабахать ему еще один вагон? Гелий субсидируют. Ну ладно, мы все равно будем в ближайшее время заканчивать, так что попробуем выполнить вашу субсидию.
6 месяцев транспортировка гелия. Ладно, нам понадобится очень много денег и ракета. Так, ты производишь гелий, да? Да, ты производишь гелий, это хорошо. Значит, площадка будет здесь. Теперь земля. Кто принимает гелий? Кто жрет гелий? Сталелитейные заводы, нефтяная скважина, шахта. Просто завод, наверное. 6. Ты гелий ешь? Он гелий не ест. Химзаводы. Может быть, кто-то из них. Химзавод. Химикаты. Нет. Порт-контейнер. Порт контейнера. Автомобили, танки. Лесопилка точно нет. Лес, сталелитейный завод, танковый завод, скважина. Ну, видимо, космическое агентство. Ты жрешь гелий. Химикат и сталь. А, извините, а куда мне возить гелий? Кто потребляет сраный гелий? Где потребитель гелия? Наверное, ты. А его тут и не существует. Зашибись. Шахт с гелием тоже нет. И куда мне возить гелий? Что это вообще такое? Без описания названий, что это? Просто чей-то дом? Город. Ты гелий не принимаешь. Что ж такое? Пассажир, пассажиры. Куда мне гелий возить теперь? Зачем они субсидируют то, что нельзя возить? То, что возить просто некуда. Термоядер... Опа-на! Вот, походу, куда нужен гелий. Вернее, где? Нужен гелий. Да, так и есть. Так, это хорошо. Стартовая площадка — порт. Для запуска ракет в космос. А как это работает? Я, конечно, могу построить. Принимает. Ага, все хорошо. Купить ракету можно прямо здесь. Тоже хорошо. Там Kerbal Space Program какой-то. 600 тысяч долларов. 800 тысяч долларов. Мы ничего из этого позволить себе не можем. Пассажирская секция, резервуар гелия. Так, сколько он стоит? 22 тысячи. Мы покупаем вот такую херню. Резервуар гелия. Главная секция. Резервуар. Хотя... денег нет. Давайте просто главную секцию забабахаем. Все. Вот такая вот ракета. Как по мне, так шикарно. Хорошо. Как тебя теперь? Ну, здесь. Грузишься. Полностью. Летишь на Луну. Сюда выгружаешься. Ой, извиняюсь, наоборот. Не загружать. Там же ты разгружаешься. Только разгружать. Гелий. Ладно, выгрузить просто, хрен с тобой. В Луне ты загружаешься полностью. Все. Должно работать. Так, как тебя теперь запустить? А. Прикол. Ну, долго летит, слушай. Прям достаточно долго. Правда, 4 марта еще не закончилось. Она летела около суток до Луны. По-моему, это немножко не так работает. Ну ладно. Хоба!
Загрузка. Хорошо, летим обратно. Вот ракеты мне нравятся больше. У них никаких там путей нет, вообще ничего. Ты просто ставишь, откуда возить и куда. Казуальщина. И обратно она летит, походу, быстрее. Странно. Хотя и не факт. Так, прилетела. Разгрузилась. Ей! Субсидия для пятой линии до 5 сентября 2030 года. Не так уж и долго. Не так уж и долго. О, они нам эксплуатацию оплачивают. Клёво. Правда, прибыль говно. Субсидии на первую транспортировку для колонизации оборудования. Это здорово. А, кстати... Кстати, кто производит оборудование для колонизации? Кто эта тварь? Лесопилка, сталь-литейка, танковые заводы. Наверное, космическое агентство. Больше, в принципе, некому. Требует... Да, химикаты и сталь оборудование для колонизации производят. Новый! О! Прикольно. А смысл? 120 тысяч потратить в никуда. Пойду я лучше на Луну, там лагает меньше. Смотрите, город-то растет. Оборудование, правда, для колонизации сюда бы возить было бы здорово. Прям ракетой сразу. Но, увы. А лучше, наверное, возить это оборудование через склад. Это было бы прикольней. Что-то прибыль от этой ракеты вообще никакая. Так не кажется? Четыре тысячи. Ну, когда-нибудь она отобьется. По крайней мере, она пока вроде как в плюсе. 5 запусков, 2%. Ну и тяга у нее говно. Надо ракету получше. Да и прибыль, в принципе, вроде как потихоньку растет и растет. Долг мы брать пока не будем. Кажется, незачем. Что такое? Завод сократил производство на 14%. Жалость какая. Он увеличил производство на 20%, так что потеря небольшая. Транспортировка из Хэмпмина в Орнвич. Не хочу. Сами транспортируйте своих ублюдков. А город будет дороги строить или нет? Вот... В том тайкуне было прикольнее оформлено. Хоть и фанатскими модами, но там было прикольнее. Там нужно было возить разные товары. Сначала ты возишь пассажиров с почтой в один маленький город, ну, в одну маленькую деревню, потом она начинает расти, ты начинаешь возить туда воду, начинаешь возить туда всякие фрукты, доходят до перевозки золота там для банков, которые там тоже строятся. Это было веселее. Они вот это вот. Конкуренты запустили линию. Да срать вообще. Сто восемьдесят девять. Да, они строят дороги сами. Это хорошо. У нас почему-то рейтинг просел. Видимо, возим недостаточно. Где наш поезд, который возит пассажиров? Да хватит. Дурацкий сайт-скроллинг, ненавижу. Два. А где ты? Где он едет? А, он в тоннеле. Давай-ка в депо. Ну, развернись, кусок дятла. Да в смысле? Едь. Все, давай. Я тебя сейчас похороню, скотина. Как ты не можешь на... Хорошо.
Ладно. Развернись. Он может развернуться или нет? Так. Депошечку. Капец. Экс. Мы тебе докупим один вагончик. Чтоб ты возил нормально. Все, езжай отсюда. Ну вот этот поезд мне не нравится. Поезд Х какой-то... Бэ. Недостаточно возит он. Недостаточно. Может быть, ему еще один вагончик присобачить. Хотя вряд ли он начнет возить больше. Ну, самый прибыльный у нас это вот. Поезд вообще великолепный. Прям шикарный. 40 тысяч в неделю нам делает. Клево. 189. О, рейтинг нормальный. Славненько. Эх, что-то я заигрался. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз, ну а пока что такая игра, вернее, такие дела.